Всем привет, с вами Мегадекстер. Это Бакуган Defenders of the Core. Да, наша миссия Find Baron. Найти Барона или Барона, я не знаю. Ага, ага. Используй, чтобы отличить их. Китай. Mountain Village. Сейчас заберу какую-то перевести. Ну, горная деревня. Let's go! Да. Так, тут какие-то. Ага, я вспомнил, что это фигня такая. Вот этим зеленым отмечено что-то полезное, насколько я понимаю, красным. Это твои враги, так скажем. Ла-ла-ла. Еще я помню, для чего-то маску нужно было. Везде флаги эти поставили. Как? Они их просто вставили в землю? Что ты мне скажешь? Окей, сейчас соберу и попробую. Сейчас попробуй кинуть меня в их спину. В его спину. Главное, да, не попадать в их зону зрения. Черт, уверен, не закончится наверх. Ничего не примагничилось. Так, я не понял, что он сказал. Что это? Ну это же робот. Хотя это ничего не значит. Двигаюсь к следующему, что-то там. Не понял, чему именно. Здорово. Короче, я не понял, что он говорит, что-то там мувин, двигаюсь к следующему, ла-ла-ла. Сундук. Блин, у нас это опять какая-то карточка там. Нигде не зарядился. I'd have to be invisible to get through here. If only I had Shun's ninja training. Wait. Maybe I could make a tool that's the next best thing. If I just use this and this. Got it! Что именно? A stealth tool! Time to put it to the test. The Vexo's heaven. А, окей. Он сделал на ходу какую-то штуку для того, чтобы быть невидимым. Как он это сделал, я не знаю. За несколько. Ну ладно, не будем придираться. Но просто. Как вы видите, солнце-то до сих пор. А, блин, я забыл, там же два солнца, типа, фу, точнее, одно солнце, а другое ядро. Ну какая разница, солнце-то все равно так же светит, так что он что, там либо день, либо слишком быстро. Вот да. Вот это солнце, потому что дикий. А то желтый, то какой-то. Так, треугольник это станет синий. Да, только он как бы становится невидимым, в принципе, видим, но... А, так, нету, да? Он, в принципе, видим, но, ну, не так хорошо, как... Can you seriously turn invisible? Yes, I can. Ой, блин. Это чем не... Да, да, это эти заборы чертовы. Я, блин, шел спокойно вообще. Плевать. Так, черт, это я со спиной, да? Ай-ай. Чуть не запомнил. Че, этого нужно? Ну, ладно. Сундук. О, два сундука. А че, нам будет? Карточка. Темный барьер. А, ну это, видимо, для этого персили. О, серебряная статуэтка Бронтеса. Как раз против второго вот этого Бакугана белого. Которого стихия хаос, если не ошибаюсь. Я уже реально все забыл там почти. Так, стоп, ладно, чтобы нас не штрафанули! Ай, забыл, да, когда тебя штрафуют. Ты это...
Ну, начинается вот это мигать, да, как всегда. Типа то, что сейчас, сейчас, чуть подождешь, а потом вся настороже, так скажем. Так, а мне куда надо идти? Я, конечно, понимаю, что... Ой, чё тут? Есть на спине? Есть. Есть, есть, давай, двигайся быстрее, блин, зачем? Давай. Да, блин. Вот еще один. Нет, там еще была лестница. Зачем она? Я не знаю, сейчас давайте проверим, что она тут. А, тут еще. А кто это? Через камни? Он через камни видит. Как? О, серебряная статуэтка Персивы. Какие-то свои ингредиенты, которые нужны. Чего-то мне особо-то плевать. О, это, если ошибаюсь, пятый сундук. Потому что я... Значит, надо, наверное, как раз надо ту лестницу. А чё, для невидимки и для маски две разных... Две разных энергии, да? I see you have a Vexos pass. Huh. Be on your way then. Спасибо. Ладно, я не понял, для чего я это сейчас сделал. Ну серьезно? А, так это он не через камни. Сейчас посмотрим этот сундук. Это у нас пятый. А, шестой. А, пфу ты, да, там же это. Лох не может подойти просто близко. Да, потому что сейчас. Over there! Over there! О, желтенький. Да. Over there! Сейчас, потому что пятый где? Да, вот. Вот. Пятый. Наш кейс, скажем так, сундук, не знаю. Секретик. Главное сейчас вот этим мужикам не буду заболеться. Что надо найти его. Давай, 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 давай. Да, самое хорошее то, что мы нашли все 6 сундуков. Хотя, мне кажется, тут это очень легко, так что чё. К тому же, эта игра такая не... не особо трудная. Мы пришли к пункту назначения. Well, if it isn't the resistance. Or what's left of it. Let Baron go. I'm a reasonable guy. If you win, I'll give you Baron, Ingram, and Nemesis. If I win, I keep all of them. And Drago, too. Not a bad deal. Three for one. А серьезно думать, что? Bring it on, Link. I taught him everything I know. He'll blow you out of the water. Do you actually think you can win? Once Drago belongs to the Vexos, the resistance will be finished, and Earth's energy will be ours. Серьезно, он думает, что он выиграет? Хотя это возможно, у нас есть только Драго, еще вот там ловушка вот так. Так, окей, давайте. У нас, значит, против нас Даркусы. Я хотел бы этого попробовать. Но против Даркуса она сильная, это Драго. Нафиг я буду перед ним играть. Только две карты, что-то там мне объясняешь. Ну насчет апгрейда я знаю, да, что шот буст, комбо буст, держи, комбо буст давай. И что это? Это а, да. Пал ап. Так, против нас Даркус. Насколько я помню, вообще-то у того чувака не Даркус. Поэтому я поставлю пока земляную, потому что он же вроде Вексус. Ветер. Какого черта? Такс.
А мы кем же? А, мы Персивалем играем. О, смотри. О, о нет. Так. Опять? Какого черта? А, все, фу ты. Да, все правильно, да. Мне сейчас кажется, будем сражаться не с его, а вот этим Инграмом и... Инграм это Вентус? Ветер? Поэтому надо было брать сюда. Еще вот там этот светлый чувак. This here's our latest crystal, and it's gonna blow your mind. It can shoot out traps forever. Now does that sound fun or what? Do you mean it can clone traps infinitely? Bingo! So basically, the battle will continue forever until we break it. Gatecard, break it. As if I'd let you. Мне кажется, это вообще никак не помогло, так как они тоже так. Они уже почти замахнулись. Они уже не свои гонят. Какого черта? Хотя наоборот, это хорошо, в принципе, но, блин, должны сражаться против более сильных вот того Инграма и... Как-то там, не знаю. То есть на уровне сам последний. Я знаю, они уже все тут разрушали. Каждый удар будет комментировать. Я уже забыл, что за фигня взял. Вот, хорошо, Инграм это видео снято. У нас все ловушки сломаны. But it's about time I ended this. Ability activate. I'm the one who's gonna end it. I'm rescuing Инграм here and now. Вот тут было немножко подпишут, то что не выполняется удар, я понимаю, так мало жизни. Но так как удары все производятся очень быстро, то в принципе. Да, непонятно почему. Там в воде что-то там наша зарядка есть какая-то. А вот, да, почему это? А, Немус. Наша зарядка. Остановимся, скажем так. По-моему, сломаем. Что нам делать? Забыл! Черт побери, я забыл, тут еще надо будет в крайнем случае как бы сохранить еще вот этот Незмайк, я не знаю, что это здание сейчас сделать. Раз мы в Китае. Он же силен против меня, блин, он же это, свет. Ноги. Туда был просто супер. Такс. Да какой бета, я офигел. Тут S, и сейчас будет A. B student. И чё, би? А? Би студент. Ну, спасибо, блин. Так, ладно, почему вы мне написали, что би студент? Типа я на Б, как всегда, это 100%? Спасибо. Ну, хорошо, хоть что не на Си. ABC. Да, ABC. Там C, B, A, S. Всё. Конечно, не был готов. Ему не за это. Чё он блестит? Серьезно, чё он блестит?
Опа. A human from a different world. He can certainly hold his own in a brawl. And it looks like he's desperate to return to his own world. Maybe I can use this to my advantage. Не. Ты не используешь меня. Немус, новый Бакуган разблокирован, и карточка разблокирована. Что-то там, что-то там. Инграм, йоу, круто. Итак, ладно, насколько понимаю, на этом миссия закончилась, идет сохранение. Подписывайтесь на канал, блин, ставьте лайк. С вами был Мегадекстер, всем удачи, всем пока.